Корно правил влаклан кугу тыткуш. Йоча самрак да нунын ачавашлан корно правилан тунгташ тыгалт. Йошкарлашта йоча травматизм профилактика шотышто рюдер почылтын. Тудо йоча да самрак влаклан усталык рюдерышт пелен пашамышта. Молан тудо викторалтын да кузе пашамышташ тыгалеш вашмут сюжетыште. Куанлан уке мучаш. Йоча да самрак влаклан нунын ача-аваш да корно патруль икманаш кажныжлан. Йошкар-Олашта йоча травматизм профилактика шотышто рюдер шке омсажым почын. Тудо лаборатория безопасности проект кышкарышты почылтын. Проект Роси мучка шаңдералтеш. Уникальность данного комплекса заключается в том, что он может передвигаться с помощью данного автомобиля по всему субъекту, то есть охватить все районы, отдаленные школы, детсады, заранее, соответственно, по определенному плану мероприятий, спланированному самим центром, и уже назначить как бы, эти все занятия с педагогами, с детьми, с родителями тех детей, которые будут приходить на занятия. Следующая уникальность, много уникальностей у лаборатория. Одна из это разработанная специальная методика обучения, по которой как раз-таки будут проводиться занятия с детьми в возрасте от 5 до 16 лет. Именно на эти категории, на 5, 8, 9, 13, 14, 16, рассчитана эта методика и оборудование, и занятия. Лаборатория безопасности проект кок тюжем латшамшы годсек пашамышта. На лейжапышта Росин кудлы регион жымавалтен. План почеш тени эше элнан Колович регионыштыжа та рюдерын почаш паленденыт. Тыге идалык мучаш марте проект чумыр Росима валтышаш. А Мариялысы рюдер шамлымшы лиен. Туда йоча, самырык да кугуең влаклан корнысы правилым туныкташ да транспортышты шкем чын кучаш виктералтын. Тагачы якте, деген современный технологии дуна, кылдалтшы, кылдалтшы. Келесаш келеш российский жет и кугу проект Петариш Ашкалмелышта и мя куанене на республикшкана тиде пелдек толан. Пакалажа мя ти лаборатория дана целя районышки миен толан алиеш. И мен республикшта рыша целя еча шкамештен пелемешна. Отлично, давайте, ребят, я вот расскажу вам. Все шкамештен кидашмана пелемешна. Чтоб все видно было. Итак, смотрите. Вот поэтому, собственно, лаборатория безопасности к вам... Велосипед, самокат, конус, стенд, жилет, макет влак да мулат. Икманаш, турашка шумеш волгалтша, чевер дюсан газелем, чыла кюлеш оборудование нерпойдарыма. Корнышта лиен керца чыла ситуацилан келыштарыма. Транспорт деч сравочым и шартышнин чымашым пуша, йочадин самрак влакын усталык поладышлан пуэнет. Ончыкыжым педагог влак йоча да кугуэн влаклан занятием эртараш тюнгалат. Я буду опираться на ту программу, по которой мы уже работали, и программу, которая непосредственно связана с новой мобильной лабораторией. То есть это все то же самое, что касается участников дорожного движения. Дети – это и пешеходы, это и водители, потому что они водят, естественно, велосипед. И основы первой медицинской помощи они, им необходимо знать. Вот. То есть вот по этим темам мы будем работать. Понятно, что с мобильной лабораторией это теперь гораздо интереснее, красочнее и нагляднее это будет, и лучше запоминаться. Проект Россий президентын кӱштыкшӧ почеш укталтеш, кок тӱжем латшымшы гыч колымшы ий марте элна мучко кудшӱдӧ лу тӱжем йоча да кандашлы тӱжем кугуэнг тунемын. Проектын тӱҥшонымашыже йоча да самырык-влак коклашта корнысы туткарым шагалемдаш. Статистик ончыктан лу ий ончыч гына Российышта корно туткарышты индешӱдӧ наре йоча ӱмыр лу гыч лийын. Кугыжаныш ончылно кугу задача шога. Тиде чотым палынак иземдыман. Статистика с аварийностью с участием детей складывается следующим образом. На территории республики Мариэл. Произошло 16 ДТП с участием ребятишек, в которых они пострадали. Большая это или маленькая цифра, но любая цифра с участием детей, она уже считается большой. Отрадно, что ни одного ДТП не произошло по вине перевозки детей. То есть родители, которые возят детей на своих транспортных средствах, относятся с пониманием. В конце концов, мы добились того, что все переводятся либо в детских удерживающих устройствах, либо соблюдение правил дорожного движения. К сожалению, беспокоит нас на данный момент времени это переход в неустановленном месте и переход, значит, и предоставление преимущества на пешеходных переходах водителями. Мы все, мы, так или иначе, участники дорожного движения, мы должны знать и ориентироваться во всех правилах дорожного движения. Ну и в будущем автомобилизация населения таким образом складывается, что каждый человек, который достигает возраста там, 18 лет разрешенных, уже хочет сдать на водительское удостоверение и быть участником полноправного дорожного движения. А вот эта вот лаборатория
своей безопасности и навыки, которые получаются с детьми с маленького возраста, они уже повлияют на то, что человек уже становится законопослушным и знает, как вести себя на дороге. А это немаловажно. Йоча травматизм профилактика шоу-то, что рюдера, что теориям, практикам, да модыш, санан, занятий влагами тараштюнгала. Каласаш кюлэш, тага рюдер, мариэлэш, та икамша. Но корнуса правил дэна колдалча мероприятий влаг ситэшанулат. И еда безопасный колесо конкурс эртаралдэш, тагак самарак инспектор влаглан тангасумаш, да молат. Правила влагам школа, что урок, что урок дэч эрдэштат, тунуктат. Старшим и младшим нужно переходить дорогу в положенном месте, нужно соблюдать правила дорожного движения. Сейчас, например, я узнала, что при падении с велосипеда, если на вас надет шлем, в последующем его использовать уже нельзя, даже если он уже был эксплуатирован один раз. Занятием йочан и годшим шотыш наланер тараштюнгалат. Лишил жапышта газель район лаш коллектеш. Тагак кенежем лагерь лашта занятием палемденат. Тиде же ончокожем чонжемак корна туткардеч утлаш полша манан юшаным шочоктам.